привет! Сегодня у нас на тесте обновленный Nissan Terrano 2016 года. 2 литра, механика, полный привод. Ну и сейчас проверим его в действии. Что понравилось, в первую очередь подвеска глотает все ямы, нормальная управляемость, все приятно, все хорошо. По двигателю, ну, 2 литра в принципе достаточно, тем более сейчас его обновили, может быть прошивка другая, то есть стало 143 силы вместо 135, по-моему. В целом хватает его. Также есть вот режим эко еще в очень удобном месте находящийся. Ну, по ощущениям, просто душит машину. По трассе еще ничего, но вот так вот в городе, конечно, он не нужен. Насколько-то он, конечно, наверное, экономит, но ездить неприятно с ним. По расходу в среднем получилось вот у нас сейчас 9,6. По трассе в районе 7 получается, а по городу около 12 литров на 100 километров. Вот в такую погоду пришлось нам поездить. В целом все хорошо, полный привод работает. Нигде не застряли, нигде не сели. Все нормально. Единственный есть нюанс. Давайте посмотрим, как постоянно грязные штаны. Когда мы вылезаем, постоянно задеваем порог. Так что готовьте щетки. Давайте посмотрим, как у нас сзади. Есть ли там место. Для тех, кто не ездил в Дастере, в принципе, здесь все то же самое. Ну, то есть я с ростом 180, но есть, даже запас остается, то есть в целом места достаточно. Посмотрим багажник. Багажник нормальный, все раскладывается. Полноразмерное колесо. Это полноприводная версия. В переднеприводной пишут, что места больше. Видимо, как-то там из-за подвески. Так, в целом хватает, все раскладывает. Пачкали зачем-то. Так, в салоне все похоже на Duster, практически все то же самое, то есть весь дубовый пластик. Почему-то в Nissan недоступен мультируль, то есть руль только такой, никаких кнопок, ничего нету. Хотя стоит дороже.